5 декабря 2020 года я принял участие в возложении венков в честь памяти советских воинов, которые участвовали в контрнаступлении в битве под Москвой. 5 декабря 1941 года советские войска как раз вот на наших рубежах, на Красногорских, начали отбивать врага из-под Москвы, хотя оборона Москвы началась в сентябре 1941 года. На данный момент в Красногорске проживают два действующих ветерана, участников именно той операции. Я считаю, что надо помнить такие даты, чтобы из поколения в поколение передавался тот подвиг наших дедов, которые смогли освободить Москву от фашистской Германии.